Сегодня 18 июля, яровая пшеница Ликомера с нормой 26 килограмм 650 тысяч. У нас дожди. Хочу показать, как она кустится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стеблей. Такое у нее кущение. В целом, она тут так кустиками-то в целом-то и пытается расти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ну, один стебель погиб. Это, скорее всего, тогда, когда стебель был поврежден злаковой мухой. Такие колоски. В колоске уже по 4 зерна, я смотрю, ну, в среднем, наверное, 3,5, потому что, ну, не все, конечно, колоски, хотя преимущественно, все равно, сейчас посчитаю, сколько, до 4, 1, 2, 3, 3, 3, ну, есть еще и снизу тоже, 4, где-то 4, наверное, 8 колосков, там, из 20, сформировали по 4 зерна. Понятно, что там масса тысячи может быть разница, но в то же время такой это присутствует, такой факт есть. Что так посев выглядит на данный момент? Все идет, дело идет к созреванию. А этот участок без удобрений, потому что здесь тоже, кстати, виден этот краевой эффект. То есть здесь листья намного зеленее, но в то же время как бы без удобрений вот так вот можно такой вот сформировать стеблистой. Пускай широким междурядьем.